Юра, ну несколько слов об игре, почему такой тяжелый получился, очень жесткой драки, удаление. Ну, видимо, хозяева и команда посильнее, чем предыдущая. Да и вообще все финские команды, они всегда играют на скорости, толкаются, бьются до конца. Даже берем первый матч, 8-0 счет, но бились ребята до конца. И, несмотря на счет, была тяжелая игра, также и вторая. И сегодня самая сильная команда, я так понимаю, судя по прошлому году, из всех трех финских. Поэтому и счет такой, и тяжелая игра. Вы были готовы к такой серьезной, жесткой борьбе, потому что, ну, фактически получилась репетиция уже сезона? Да, нас еще прямо перед турниром предупреждали, что Юка рассказывал про эти команды и говорил, что третья игра была самая тяжелая, плюс дома и самая сильная команда из этих трех, повторюсь. В первом периоде был отличный момент у тебя, когда в перекладину шайба попал, и вообще не очень везет на предсезонке. Когда уже ждать первых голов? Ну, да, был момент, но ничего, я даже забыл про него, что играем дальше, скажем. Так, и, не знаю, предсезонка, мы сейчас, главное, не пропустить, первоочередная моя задача для игрока защиты, поэтому я не, ну, забивать не мое, у меня есть нападающие в пятерке, которые отлично с этим справляются. Теперь СКА предстоит турнир в Риге, куда мы отправимся фактически без половины игроков. Не считаю, что это проблема для команды будет, что перед началом сезона мы остаемся фактически без двух первых звеньев. Но опять же таки, да, был разговор еще перед этой игрой и перед прошлой, что тренера говорили, что эти сейчас игры, они последние перед сезоном, когда играем в полном составе. То есть мы знали это и, в принципе, чуть-чуть, ну, готовились к этому, что в полном составе играем. Потом в Риге, да, будет не полный состав, там, из-за сборной. Ну, что, продолжаем тренироваться. Даже вот вчера после три игры мы пошли в зал и практически с самыми тяжелыми весами работали. Потом предсезонка продолжается, и тренируемся, и готовимся к чемпионату.